Ой, попал я в рейд все-таки. О, кстати, в шатре этих, которые выдают охоты. Все, пуляйте, два пала трэш. Сука, огры тяжелые, не откидываются, да? Робот, мне кажется, тяжелее его, чем эти огры. У них аэродинамика лучше. Они походу как в этом в матрице, как Нео, уклоняются. Дура, Тайфун молодец. Заебись, я в него дротиком кинул, блядь. Сагрил пацана. Поебал, на. Переснять потом? А, тут ждать не можешь. Пересайте, ну. А чё шторм балтует опять? Ой, Т4 вернее. Упал, упала. Тебе надо шторм эту хуйню? Т4? Ну. Рольте. О, да, да. Ебать ты бог просто, блядь. Бог рула, блядь. Повар, что ли?
что это такое. Где? Офицеры через 15 минут. Здесь меня выкинул отец. Да магик там 15 минут как раз. Вайп не тереет. Ты с ума сошел? А у тебя винда какая у того, кого выкидывает? Семерка. Да у меня там нормально. Десятку. У меня все время все нормально, я не знаю, что это за хуйня. А ты с ноутбука играешь или с стационарного компа? С компа. В диспетчер задач зайди, там, блядь, найди этот сетевое устройство, убери галочку сэкономии питания. А что так можно было, что ли? Гайд от Йоту. Как играть на вовсиру? Нет, не вовсиру. Это у него, блядь, как для ноутбуков настройка включена. Трафик маленький идет, он для экономии энергии, короче, отключается на секунду. Ты думаешь, с этим связано? Я все время играю, все нормально. Сейчас он просто галочку эту ебучую включил, сука. Посмотри, если там есть эта галочка, блядь, убери ее. Мне тоже один челик насоветовал. Откил, я потом пишу корешу, который на этой хуйне деньги зарабатывает. Чинит компы, там все. Так, блядь, я на мебели деньги зарабатываю, я в ней нихуя не знаю, блядь. Может, и кое-что нихуя не знаю. Да не, нихуя. Он профессионал. Блядь, я тоже могу шкаф купе собрать, блядь. И вот не от кухни, тяжело, блядь. Мебель, блядь, и это, блядь, это разные вещи. Так нет, я тебе как пример говорю. Шатан. Смотри, у меня эта функция, которую ты ему посоветовал, включена, но при этом у меня компьютер. Что ты мне посоветуешь? Тоже бывает, порой выкидывает. Unroll надо кому-то, нет? Где эту хуйню ролить тогда? Шатен, ты тут? Или он гуглить пошел? Игрок не найден, отдаю страшили. Игрок не найден, забираю себе. Потом переролим. Все же портал. Йотан, Йотан, ты тут нет? После... Ну так я тебе говорю, ты повтори, что-то спросил. Я говорю, у меня вот ты чуваку до этого посоветовал включить питание на максималку. Вот смотри, у меня это питание максималку работает, но при этом у меня не ноутбук, а компьютер. Что ты мне посоветуешь в этом случае? Меня тоже порой выкидывает. Нет, так там в смысле вот эта хуйня, она наоборот, как бы по умолчанию, блядь, должна быть отключена, а сделана она для ноутбуков. Но на семерке это постоянно мозгоёбство идет, он просто стационарный комп за ноутбук считает и ставит эту галочку. То есть вот это вот экономия электропитания, блядь. Я понял. А у тебя есть совет по компьютерам? Нет. Ну, в смысле, по компьютеру то же самое, блядь. Она у меня включена, на максималку стоит. Типа, максимальная производительность.
Не-не-не, у тебя максимальная производительность, это схема электропитания, ты мне сейчас говоришь. А я тебе говорю, в диспетчере устройств сетевую карту найди, и у нее может в свойствах... Жесткий диск. Есть и... такие. Так же. Бля, давай я говорю, в диспетчер устройств можешь зайти, Эдуард? Я зайду специально. Зашел, говори. Вот, диспетчер устройств, там у тебя это, сетевая карта должна быть, сетевое оборудование, там, Realtek, Hualtek, я не знаю, что это там. Находишь ее, и там в свойства заходишь. Фарадо, слышишь меня, ты тут? Ты перекинул меня куда-то? А то что-то сразу ютуб не слышно стало. Чё, не, есть? Не, мы в одном канале. Ты так внезапно появился. Ты... Кого Сумон еще тыкает? Кирс, Казума, Глицинчик, меня, Сумон. И Пегастрия. Нашел Эдуард? Короче, позже потом посмотрю. Тык-тык. Все, это последний Сумон был. Пошли трэш. Разговорно нет. Я кинул Сумон уже. Он АФКшник. Он не АФКшник. Нет, погружался. Все, да, идем вниз. Пять плюсов на кубы,
Плюс 5 к роллу на маунта и на Т4. Забыл. Так, кто там? Сонка. Фуджа. Адванс. Этот сам. Ты не подохни только. Блять, да что за баг? Этот просто отец. Еще один плюс. Один плюс на коп. Кто комп лобит? Ванель? Ага. Один плюс на куб. То есть. 7. На боссе. Кто из вас бегастер пускает? Слушай, а у меня тоже там галочка стояла, блядь. Ну, видишь, я с тобой на автомате, блядь, всем хуярю эту галочку. Там, если что-то в инете ковыряешься, это даже незаметно, а в играх критично. Блядь, это я спойлил. Нечаянно. Сейчас после трэша все. Шкаф. А, нет, вонять тут все нормально. Тут уже не очкуй. Он не тут, он за воротами стоит. Шкаф а дай. Где ставьте, а вот шкаф есть, все нормально. Сука. Смонули. Тебе казалось, что я слаб. Мягок. Так кто из нас слабее? Вашей погибелью его, и запределье будет моим. Нахуя ты это сделал? Чё там? Кто-то бобки кинул? Угу. Гастри поди. Ну, кто же ещё?
после этого откидывания будет как бы, да? Что там? Прожимаю? Что-то как раз не было. Сегодня с утра, кстати, рейду, блядь, брали только 270 плюс, блядь, и там за один куб, короче, убили его. Я придумал собираю. Кстати, на прошлой неделе я с другими закрыл. Чё там до кубов? Успеваю? 22 секунды. Наверное, на мужика. Вот тебе и весь мужик. Пизнопатов, да? Мужика я ваш. Если что, бабу тут возьму. Кому не надо, ничего, спасибо за рейд. Кому там D4 надо вставать. Властителя преисподней 20 слотов. Энтони Хопкинс выигрывает. Глава властителя преисподней. Топовая штука. Энтони Хопкинс опять выигрывает. Он бы так Оскар выиграл. Плащ. Обоссанный какой-то. Грудак Навара. Надо кому-то. Неужели никому не надо Т5? Ё-моё. Сейчас там минутку там офицеры это самое раздам эту всю парашу. Так, ну и что осталось? К крестику подходите за шмотом. Сейчас буду в это объявление. Штаны обещал там паролить. Рольть. Остальная параша сыка надо кому-то. Энтони выиграл. Сука, Энтони Хопкинс сегодня выдает. Выигрывает все подряд. Дальше там не надо никому ничего, да? Вот эта вся параша сыка падала там. Восьмертых, может. Ладно, все. Всем спасибо за рейд.